Привет. Так, что он это? Фокус-то поймал или нет? Да, вроде есть. Вот лампа. Люминесцентная. Ртутная, короче. Там пары ртутные внутри. 1500 люменов. На самом деле, через год она становится тускнее в два раза. Проработала где-то, не понимаю, так, это я подписал, вот, дата, 14-й год, проработала где-то год-два, потом здесь, вот видите, нагревается, причем очень сильно, и перегорает. Экономии, ну, какие-то копеечные, незаметные экономии. И здесь вредные вещества, ртуть все равно, пары ртути, и светится вот это вот люминесцент, который сверху нанесен. То есть, ну, лампа так, более-менее нормальная, экономии никакой я не получил. Вот и все итоги. Цена была огромная, что-то там 100 рублей, 150. Так что не вижу смысла в таких лампах. Всем спасибо, до свидания. Это был обзор лампы Jasway PESEL SF2 25 Ватт. Ух ты, дофигища. А, вот год, да, 14.07.